Всем привет! Вы на канале Мег Гигавольт. Продолжение предыдущих шортс видео. Показываю температуру заряжаемых аккумуляторов. Напомню, это аккумуляторы, точнее банки от аккумулятора электросамоката Midway Amex Pro. Сейчас они набирают потихонечку емкость, заряд. Ну и температура на некоторых из них 53-52 градуса. Здесь у меня немного тепловизор не откалиброван, поэтому немного, скажем так, не совпадает картинка. Но я вот вожу из стороны в сторону, и я думаю, будет видно все-таки. Греется сильно, может быть, из-за того, что внутреннее сопротивление большое. Ну, или, опять же таки, мои догадки, что все-таки не очень они качественные. Данные банки, типа размера 18-650.